На протяжении наших программ мы призывали вас к участию в конкурсе «Приз был тот», и сейчас вы поймете, почему. Сергей Хромецкий получит ценные призы и подарки. Наверное, такой один из главных призов. Жень, да, давай развернем. Да, от Ассоциации Белорусская Федерация Футбола Сергей Хромецкий награждается футболкой национальной сборной Беларуси под 25-м номером. Носите, владейте, спасибо, радуйтесь. От Сетанты Спорт Сергей нашего награждается, партнера. Нашего постоянного партнера, награждается вот таким вот замечательным футбольным мячом и замечательным набором для настольного тенниса. Сергей, надеемся, что этот, спасибо, вид отдыха вам не чужд. От газеты «Пресбол», которая является информационным партнером хоккейного клуба «Динамо Минск», соответственно, хоккейный клуб «Динамо Минск» вот вам тоже дарит свою замечательную символику. Ну и кое-что от «Пресбола» и Сетанты Спорт еще вам достается. Что я думаю, вы не жалеете о том, что отправляли свои прогнозы регулярно, не пропустили ни одного тура. В чем секрет? Секрет в анализе и удаче. А долго приходится отправлять прогноз? Сколько времени уделяете на это? Ну, на тур где-то около 10 минут, 15, может. А что в первую очередь обращаете внимание? Результат, положение команд в таблице, последние сыгранные игры, может быть, какие-то лишние показатели, когда команды играли между собой. Ну, все факторы учитываются. Там травмирован игрок, там, ну, дисквалификация, какие-то, это тоже учитывается. Конечно. Наши зрители не поймут, если мы не спросим, пытаетесь ли вы как-то конвертировать в материальный успех эти ваши умения, играете ли вы на букмекерских конторах? Ну, раньше как-то более часто играл, сейчас уже реже. Все-таки. Ну, а были какие-то очень большие успехи? Крупные? Больших успехов не было. Ну, я думаю, это не самое главное. Можно поиграть в пресс-бол тот и... Ничего не вкладывая, да, ничего не вкладывая, получить хорошие подарки.